Смис. Thank you.
на рождественный стяж. Ты еще, напевно, шмат чого буде, робить все это звичайные люди. Ось каштовность и гонор соправдена. На працу прочит метается правды Белорус. Час подарок и памят полный шире метается правды Белорус. Солнце земля, белорусская. Он запрошает жить. Аби не было войны тут николи, аби жито уродило в поле, аби не дал всем справу свою робить. День за днем согрет все боли, за всех дает собравный Беларусь. Працавитый шпарки тягнет нас по дорогу, ведается правный Беларусь. Солнце и земля, белорусская. Эй! 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 И теплом согреем все боли за землю. Дается правды Беларусь. Разолитый шпарки тянет нас по дорогу. Ведаем, кто подымет шашу с песней. Ты по шпарку ведается правды Беларусь. Ты наш, значит, свято, как у тела. Как ведается правды Беларусь. Солнце и земля, белорусская. Дорогие друзья, добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, давайте вместе поаплодируем сами себе, потому что мы сегодня здесь собрались, знаете, как романтично звучит, собрались у фонтана, согласитесь, да? Вы знаете, Сновский центр культуры, в принципе, как и все обычные центры культуры, живет с какой-то своей обычной, легкой, неповторимой жизнью, но не похожей ни на кого другого. И вы знаете, как в любом доме культуры, у нас тоже есть свои маленькие проблемы. И вот представьте, произошла такая проблема. Дело в том, что наши дамы не могут решить, кто же станет ведущей концерта у фонтана. Понимаете, да? Вот. И, конечно же, в своем лице я решил произвести маленький кастинг и понять, кто же все-таки станет ведущей у фонтана? Итак, смотрим. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. И щеки девушек горят. Нет! Да успокойся ты уже! Знаешь что? Я с этой деревенщиной рядом стоять не буду. А что-то я деревенщина, а? Ты знаешь, что я с этих сумок не вылазию? Зая, если ты думаешь, что сумок много, это уже звоночек. Что ты сказала? Девочки, давайте хотя бы вы представьтесь сначала. Как вас зовут? Дарья, Наталья, ягодка опять.
Девочки, вы знаете, что в мигающем светофоре интриги гораздо больше, нежели чем в вашем появлении. Так, одна, вторая, третья. А где это? Вот, ну, где это? Ой. Ой, ах, цвет у нас такой красивый. Ой, значит, шел великан с мешком красавцев и одного нечаянно уронил. Только у меня вопрос, а этих почему не раздавил? Девочки мои, ну, девочки, ну, вы понимаете, вы все красавицы, все умницы, все замечательные, вам хлопают люди. Да, вот, видите, ну, вы поймите, ведущей может быть только одна. И поэтому мы решили провести этот кастинг, чтобы узнать, кто же из вас станет ведущей. Понимаете? Ну вот скажите мне, помимо красоты, эффектности, что должно быть у ведущей, а? О, я знаю, да, я да, знаю. Да, Дашенька? Хороший ведущий, помимо красоты, должен быть еще и интеллект. Стоп. Да. Девочки, вы слышали, да? Ключевое слово «должен». И это нам говорит человек с уровнем IQ 56. Вообще-то 54, я похудела. Так что убирайте сюда. Дашенька, вы понимаете, девочки, миленькие мои, вот смотрите. Идите сюда, я... Смотрите. У каждой ведущей, ну как бы сказать, должна быть какая-то своя фишечка, понимаете? Вот фишечка какая-то. Не грусти, касатик. Я буду твоей новой ведущей, буду по полюшку бегать, молочко тебе буду приносить. Вы знаете... Наталья, вы нам не подходите. Ну и дрянь же ты, касатик, мерзкая, гореть себе в аду, чтоб тебе черти там жарили. Ну, все, тихо, ну! Так, девочки, вы все достойные, каждый из вас, понимаете, вы являетесь лидерами мнений, некоторые спорных, Дарья, но все-таки мнений, вот. Поэтому, кастинг, так сказать, конкурс, вот, да, кстати, я чуть не забыл, девочки. Дело в том, что мне поступила секретная информация. Дело в том, что здесь у нас среди наших зрителей присутствует принц. Принц, да, девочки, принц. Принц, который ищет себе сегодня суженую. Принц, зачем вам суженая? Возьмите расширенную. Вам не столько дополнительных опций. Так, все. Все, маленькая взрослая женщина, давай, объявляй. Девочки, все. Дорогие друзья, ну а сейчас на сцене у фонтана Сновский центр культуры. Встречайте. Браво, Ольга, браво, молодцы, девочки. Итак, Сновский центр культуры на сцене у фонтана. Благодать разлита от края и до края. Смотри, какая красота, простой любует душа. Здесь очень дом, любовь и доброта. Край родной, родная мать земля. Реки, горы, да бескрайние поля. Светлого пути тебе, родная. Мира, счастья, процветания, родина моя. Сжигает рот ясные глаза, а глаза.
лети. Сердце нас зовет домой, радостно стучит. Сколько в небо дорог, как бы ни вела судьба, снится нам родной порог, Родина. Край родной, родная мать-земля, Три горы да бескрайние поля, светлого пути тебе, родная, мира, счастья, процветания, Родина. Аплодисменты. Сьогодні ви святая народна ансамбль пісні «Вяночок». Співаємо разом з нами. Можна кришечку шевелиться? На дворі комарія, нарешті гусі, є то пан капітан до своєї Марусі, є то пан капітан до своєї Марусі, а у той Марусі сукінка не шита, а у того пана ножка перебита. А то ж я не перебив, Маруси на маті, как не ездил, не ходил, да я ей дитяти, как не ездил, не ходил, да я ей дитяти. Молодая Маруся, спритная паненка, ножку белого горить, надо без сукенки, ножку белого горить, надо без сукенки. Сыгучей паненка, шлюбную сукенку, покой ножка загорится, то сукенка сподобится, покой ножка загорится, то сукенка сподобится. Это достойно? Это... Наталья, и вы здесь? Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Вот я думаю, Алексей, какой подарок ждет женщина на день рождения? Я не понимаю, зачем вам это, но вы знаете, я думаю так, что женщина должна ждать подарок такой на день рождения, знаете, он должен быть равнозначный тому, что она подарила ему на 23 февраля. В смысле? Ну, что значит в смысле? Смотрите. Вот если женщина дарит мужчине, ну, я не знаю, там, бритвенный станочек, носочки, то в ответ она хочет получить что? Колечко. Что, какое колечко? При чем здесь колечко? При чем здесь колечко? Смотрите. Так, логической цепочки нет. Еще раз смотрим. Женщина дарит мужчине на 23 февраля носочки, бритвочку, да? Что там еще не нужно? Какую-то непонятную вот эту вот туалетную водичку. Она хочет получить колечко с бриллиантом. При чем здесь колечко с бриллиантом? Я говорю, женщина дарит мужчине носки, то в ответ она хочет получить что? Колечко с бриллиантом, браслетик, цепочку. Ой. Вот она, великая женская логика. Просто объявляйте следующий номер. Боже мой, что происходит, а? Что происходит? Колечко. Ушел. Да. Взял и ушел. А что девушкам нужно? Так мало. И пускай следующий номер будет для вас. Thank you.
живем сидеть. Ветер веет, солнце греет, шмель гудеет. А для счастья мне потребный родный край и родный дом. Бог у сердца, солнце в небе и слонечник под окном. Край смывает пыл дорожный, теплый дождь. Побеждаешь нас, чужая. Тем все же я трымаюся за этой милый путь. Мне так больно и счастливо только тут. Потребный родный край и родный дом. Бог у сердца, солнце в небе и слонечник под окном. Хай смывает пыл дорожный теплый дождь. Побить дальше наш чужая. Ты все же я трымаюсь за этой милый путь. Мне так больно и счастливо. Ramoshka белая, в ладони.
ты раздай. Люблю тебя, ты знай, не думай, не гадай. Ромашки белые подружкам ты раздай. Своей Наташке поцелую нежно, крепко обниму. Луна сияла, светили звезды, по речке лодочка плыла, и ты вплетала ромашки в косы, а ночка чудная была. И ты вплетала ромашки в косы, а ночка чудная была. Расцвели ромашки для моей Наташки, для нее любимая букет на рву. Подарю ромашки я своей Наташке, поцелую нежно, крепко обниму. Была однажды такая ночка, и был однажды такой рассвет. Была однажды такая ночка, и был однажды такой рассвет. Расцвели ромашки для моей Наташки, для нее любимая букет на рву. Подарю ромашки я своей Наташке, поцелую нежно, крепко обниму. Подарю ромашки я своей Наташке, поцелую нежно, крепко обниму. Что ж, уважаемые друзья, ну а здесь нужно это все прочитать, потому как, чтобы не ошибиться. И следующей конкурсанткой нашего кастинга встречайте полупрозрачная нимфетка Дашенька. Спит мало, ест мало, думает мало, одежды носит много. В общем, дива по состоянию и актриса в душе. Итак, дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты, Дашенька! Здравствуйте, здравствуйте! На сцене Дашенька. Вообще, глядя на меня, все сразу становится понятно, кто должен быть ведущей. Скажу вам по секрету, стоя за кулисами, поняла, конкуренции ноль. Поэтому на правах будущей хозяйки этой сцены позвольте объявить следующий номер. На сцене народный ансамбль песни «Веночек». Ой, гули, ты по гули загулялася. Я старался и шла я на
Народных песен, коли вы ведаете, спевайте разом с нами. Усе песни про кохание. Самый час наступает, коли можно обрать жениха и невесту. Тому эта песня для всех закоханных. Спеваем разом с нами! Не будет, зарастает вёска, ворами пора.
все-таки, вы знаете, ну, как-то вот все хорошо, как-то вот так все лаконично у нас появилось. О! Здравствуй, зимовище! Ладно, пошел я. Ты слышь? Вы сейчас, Ольга, мне? Ты как меня объявляешь? Ты, щековина копченая, я леди, понял? Грациозная мадмуазель, твою задого! Ольга, ну я думал бы там и так, ну просто по сценарию. Я богема. Мисс изысканность и утонченность. Я понял, Ольга, я могу идти? Для какого образа? Я тончайшая, ранимая натура. Да во мне души больше, чем... Чем чего? Чек сюда дал, свободен. Дальше я сама. Извините, я пошел, конечно, конечно. Дорогие друзья, ну вы же понимаете, что за каждым маломальским успешным мужчиной всегда стоит женщина. Ну куда они без нас? Такие ранимые, такие беспомощные. Знаете, вот давайте их беречь. Ну, а сейчас на сцене лучшее, что придумало человечество. Дорогие наши девочки, встречайте! Самого веселого настроения. Больше не
пригласить на эту сцену замечательную девушку, замечательного человека и, а самое главное, талантливого, талантливого человека. И для вас «Синие лебеди» поем вместе с нами. Ваши аплодисменты! Ну что ж, друзья! Друзья, ну а следующей участницей нашего кастинга мне бы хотелось представить, друзья, под ваши аплодисменты, Юлию Кунаш! Конечно, друзья, ваши аплодисменты! Боже мой, да, кстати, вы знаете, символично, очень символично. Дело в том, что первое появление Юли на сцене когда-то совпало с ее днем рождения. Боже мой, как мы потом гуляли! Ой! Как мы гуляли, Боже мой, как мы гуляли! Слушай, у тебя еще какая-то такая дата была, такая весомая. Неважно. Да не, ну как неважно, ну вы... Ну мы какой-то юбилей твой такой, знаешь, значимый, здоровенный такой юбилей был. Я говорю, неважно. Да нет, ну как неважно, ну сколько тебе тогда было? Сколько там, ну лет? 20, я сказала. Ты 20 лет?
Да, 20. И знаешь что, я в этом ничего смешного не вижу. Я даже сказала 10. Я сказала 20. Не, ну... Знаешь что, Не надо, что обижаться? Ну, 20, ну, 35, что-то... 40. Так, что вообще здесь происходит? Это не конкурс, а какой-то апокалипсис. Свободен, я сказала, свободен. Дорогие друзья, только сегодня и только для вас следующий музыкальный подарок. На сцене народный ансамбль песни «Веночек». Яких зовуть Люба, і хай вам усім буде Люба. Думала, гадала, милого ждала.
Потому что, уважаемые друзья, ну а сейчас на эту сцену, конечно же, сцену у фонтана, выйдет коллектив, который имеет свой какой-то, знаете, сновский, неповторимый, знаете, такой колорит. Встречайте ансамбль «Колорит». Давай полетаем с тобой, встанем на небо рукой. Давай полетаем с тобой, снова вновь. Так, стоп. А теперь давайте будем серьезно разбираться с этим вопросом. Каким вопросом? Что за вопрос? Значит, как концерты всякие, да? Мероприятия закрывать. Ну, это колорит, да? Ну, конечно, а куда же без колорита? Все мероприятия по району, везде колорит. А как ведущими быть? Ну, так спасибо. Вам сказали и забыли. Извините, да? Нет, стоп, так не пойдет. Надо ставить вопрос ребром, так? Так. Ну, так что ты на меня смотришь, а? Ну, я говорил, что так будет. А ты что говорил? Да, действительно, что ты говорил? Коуз лечит Леви, но он лечит Тауро. Чего? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ты что, совсем уже? Ты вообще как нас обозвал? Стоп! Ребят! Так, колорит, идите сюда ко мне! Вы что, серьезно, что ли? То есть вы все хотите быть ведущими? Ребята, ну вы что? Вы думаете, что вот работа ведущего, это что, пряники, что ли? Вы что, это каторжный труд просто, это бессонные ночи, это рейтинги, это шметики, а эти вот ударения, а белорусский, это единорог, ребячки, ну, ребят, я вас умоляю, ну, пожалейте вы себя, ну. Стоп, ты куда? А вот меня жалеть не надо. Ну все, тебе капец. Почему? Тебе спаться по рапелу. Хочешь мира, готовься к войне. Так, знаете что, все, можете идти, я должен все обдумать. Вот есть же люди, да, вот в коллективе, камень этот в спину тебя постоянно бросают, гранитный. Вечер снова ждет тебя другой. Это он украл любовь у нас с тобой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Ходи к нему навстречу, не ходи. У него гранитный камушек в груди. Thank you.
Привет, что проходит мимо, не проходите. Итак, еще раз мы говорим вам здравствуйте, здравствуйте. Смолский центр культуры на сцене у Фонтана. Еще немало горьких слез. Он тебя не пожалеет, не простит. Твое сердце разобьется о гранит. Он тебя не пожалеет, не простит. Тогда для всех самых красивых, самых лучших.
Белая черёнушка, милая Алёнушка, ты моя любимая, нежная, красивая. Белая черёнушка, милая Алёнушка, ты моя любимая, нежная, красивая. Белая черёнушка, милая Алёнушка, ты моя любимая, нежная, красивая. Белая черёнушка, милая Алёнушка, ты моя любимая, нежная, красивая. Алёнушка нас есть, всю песню танцевала. Браво! Просто побоялась браво! Признаться. Браво! Ах, друзья, вы знаете, ну вот, выглянуло солнце, как-то повеяло жарой, и нас сразу потянуло туда, в те барханы, где пески. Yeah.
Я прошу, я прошу вас, выступите, Сабина, поучаствовать, я прошу. Хватит! Я отказываюсь участвовать в этом хаосе. Почему хаосе? Я прошу тебя, просто поучаствовать в хаосе. А у нас на сцене что, гололед объявили? В смысле? Но зачем столько песка насыпали? В смысле? Ой, девочки, давайте будем честными. Вы же так плохо выглядите. Стоп! Ничего не говорите, я все поняла. Вы опять вещи с красными носками постирали, да? В смысле? Знаете, мне аж жарко стало от возмущения. Да? А вы знаете что? А вы водичкой себя полейте. Вам сразу станет легче. Как? Вы умеете. Хоботом. В смысле? Девочка, ты мне лучше скажи, родители твои где? Что? Родители твои где, говорю? Так, знаете что? Что вообще здесь происходит? Пойдемте, девочки, пойдемте к директору. Все, ничего. Все, пойдем. Не пойдемте к директору. Друзья, а вы похлопайте этим куколкам, которые никогда не станут бабочками. А раз все отказались, то вести концерт буду, конечно же, я. И следующий музыкальный номер только для вас. Тебя незнакомого засияла будто роза.
следующей песни у нас тоже про любовь. Ведь без любви очень сложно жить на этом свете. Любите друг друга, и будет вам счастье. Поем вместе с нами. И от слез знаешь, что льются из глаз, у река любви весной разряз. Между мною и тобой широта, разлилась любви река на века. Широта и глубока, разлилась любви река. Ближе. Ну что ж, дорогие дамы, кастинг закончен. Вот, кастинг закончен. И могу сказать вам сразу, что прошли его единицы. Скажите, пожалуйста, какая единичка прошла кастинг? Можно я не прошла? Нет, дамы, дамы. Вы знаете, я вот подумал и думаю, вот что. Что место в концерте, в проведении этого концерта найдется каждый из вас. Поэтому добро пожаловать в зрительный зал и наблюдайте за тем, как это делает ProSpace
профессионал. Мы обидеться можем. Не, ну тебе... Да, все. Ну, дева, девочки, ну куда вы? Ну подождите, ну идите сюда, ну не обижайтесь вы, ну чего вы сразу обижаетесь? Ну вот я хочу вам, знаете, что сказать? Вот я хочу вам сказать, что вот мне, лично мне, сейчас завидуют огромное количество мужчин. Огромное количество мужчин. А вам, дорогие мужчины, я хочу сказать вот что. Если вы думаете, что все так просто, да, вы попробуйте 5 взрослым мужикам объяснить, что они приходят в Сновский центр культуры на репетицию. Просто на репетицию! Просто репетировать! Дамы и господа, на сцене были мои потрясающие дамы. Лучшее, что придумало человечество после этого фонарика. Под ваши аплодисменты! Девочки, за мной! За мной, за мной, за мной, за мной, за мной! Рыбки мои! Друзья, а сейчас я предлагаю вам полететь в небо. Ну что, летим к звездам?
сидит с нами. Спасибо, улыбок, хорошего настроения и много-много-много любви. Эй-эй-эй, давайте поаплодируем еще раз друг другу. Как фольга, есть маленькие, высокие, но для мужчины всех важнее она. Есть та мечта, она красотка с безднами в глазах, и имя как будто знаешь ты, она всегда жила в твоих устах. Есть маленькие, скверные, насмешливые, молчаливые, есть странные, они ведь тоже женщины. У них душа болит, из них из всех вот этот дух манит. Но есть одна, она твоя, ты понял сразу. Ты ей сказал привет, она пока, подразумевая другую фразу. Ты испарился, пепел превратился в комочек маленький, в соломинку. Ты гусеница, ты сейчас ничто, ты только много литров крови, бурлящий, вот и все. Сигарет хочется. С ней сигареты, как с той самой, с бездной в глазах. И в этот момент ты погас, как маленькая свечка, как рассвет. Ночь прошла, ты не спал. На самом деле ты сразу все понял, ты влюбился. И ты, наверное, пропал. Женщина. Любая женщина — это воплощение тайны, загадки. Спасибо вам за то, что вы заставляете нас, мужчин, совершать порой самые дурацкие поступки. Великое имя женщины. С устами на губах у любящего мужчины. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, и что бы хотелось сказать? Вива! Вива самой лучшей, самой красивой, самой замечательной и самой главной женщине. Yes.
Thank you.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что этот воскресный полувечер, полудень вы провели сегодня с нами. И сегодня для вас работали коллективы Сновского центра культуры. Огромное вам спасибо. Огромное спасибо Несвежу за теплый прием. Всегда рады радовать вас своими выступлениями. Огромное спасибо, улыбок, хорошего настроения, любви, чистого неба и доброго-доброго сердца. Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Спасибо, что сегодня были с нами у фонтана.